Третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» был проведен накануне Министерством внутренних дел Республики Дагестан. В рамках операции районные подразделения ведомства выявили около 800 нарушений работодателей, использующих труд иностранных работников. Для ревизии были выбраны строительные объекты республики, места компактного проживания заграничных граждан, а также пункты питания. Около 250 работодателей, использующих труд иностранных работников, были подвергнуты проверке. Выявленных фактов нарушений в ходе рейда – 790. Таким образом, взыскано административных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Срок нахождения иностранных граждан на территории России не может превышать 90 дней в году. Поэтому 164 человека с нарушением срока пребывания были выдворены за пределы страны. Хотелось бы обратиться к работодателям, чтобы при приеме иностранных граждан на работу, чтобы они у них требовали патенты, так как осуществление иностранным гражданином без патентов трудовой деятельности влечет к административному штрафу от 250 тысяч до 800 тысяч за каждого иностранного гражданина, выявленного на том или ином объекте.